Дым на Новодинской образовался в районе половины 10 утра. Магазины на торговой галерее только готовились к открытию. Задымление возникло в одночасье. Случайным прохожим пришлось ретироваться, так как дышать было достаточно сложно. Продавцы вызвали пожарных, но возгорания спасатели не обнаружили. Нашлись лишь дымовые шашки, которые стали причиной ЧП. Злоумышленник приехал на галерею на мопеде, говорят очевидцы. Я проходила мимо этого парня, он мотоцикл оставил с той стороны, был в шлеме, во всем черном. Все говорят, что это он был. Маленький скутер, вообще на таких развозят, вот доставка. Мне кажется, что это была именно доставка, потому что сзади был у него черный, куда складывать суши там или пиццу. Хорошо, что все хорошо закончилось. Пыталась зайти на галерею, здесь ничего не было видно. Здесь было все черное, все в дыму, черный стоял. Просто завеса. Паники не было, просто все развернулись и пошли ожидать пожарных. Я пришла на работу, прошла, ничего не было. Минут через 10 поднимаюсь наверх, женщина говорит, не опускайтесь вниз, там горит что-то такое. И туман вообще, вышел туман. Говорят, дымовые шашки, я точно не знаю. Источник дыма обнаружили во втором блоке торговой галереи у входа в детский магазин. Электрик Владлен Маркин, не задумываясь, схватил шашки и вынес их на открытую площадку. Шашку трудно не увидеть, если она горит, да? Понимаете, да? Ну все, вот увидели шашки, взял перчаточки и вынес сюда. Я пожарником много лет работал, как бы я сильно не боюсь этого. В магазине никто не испугался, потому что это не в магазине. Просто когда сработала сигнализация, начали люди мне звонить, что там такое, ну как бы объяснили, учения идут и все нормально. Успокоили людей. Успокоили, да.